Друзья, привет! Понедельник. Приехали за грибами. О. Вот беляш один и второй. Да? Они же? Да. Ну, ты срезать будешь? Срывать? Вчера ездил на рыбалку. Ничего не поймали. Покатались. В конце ролика вам обязательно покажу. Покажу фрагменты в конце ролика. Там уж минутки 3-4 будет. Ну а так вам привет из Приморья и приятного просмотра. Продолжаем поиски. Вот, еще беленький нашли. Собираем сегодня еще чернушки, волнушки. Да. Сегодня у нас прям такой... Ассорти. Да, вон я уже чуть-чуть нарезал малышей. Ну и может будут попадаться под березовики, все-таки под осиновики. Тоже, скорее всего, их будем брать. Ну, пока не попадались. Но мы только зашли. Только начали ходить. Вот. По чуть-чуть, в общем, попадаются. Неизвестно, прошел здесь народ, не прошел. Вроде срезы есть, но непонятно. Непонятно пока ничего. Беленький. А вот что рядом, посмотри. Ты что, не видела? Нет, не видела. Ну вот. Он рядом еще. Да. Я пойду покажу. Нашел подосиновики первые. Жена вон все по беленьким. А я чуть дальше прошел, подосиновички нашел. Так, где моя корзина? Так, это кто? О, беленький. Вот и я тоже беленький нашел. Первый за сегодня. Чернушки такие вот. Такую я брать не буду, большую. Я маленьких срезаю. Вот, смотрите, подосиночек. Так. Ага, вот. Корзина. Вот. Вот подосиночек. Раз. Двойной даже. Вот еще я заметил. Смотрите. Вот. И вот тут. Прям хороший стоит. Вон еще один маленький. Малыши. Вот так вот. Это кто? Еще беленький, смотри. Еще белый? А вот рядышком. Ага. Вон еще. Ага. Вот маленький. В траве только начинает вылазить. На, себе возьми тогда эти. Их почему не видят люди? Ну, зато мы видим. Люди не видят, мы видим. Нам хорошо. Здесь народ пробежался, посрезал, который заметил. А мы тщательно ходим. О, а это не белый. Вот прикол под белый. Смотрите. Спрятался подосиновичек. Иди смотри, прикол. Так я вон подосиновик, смотри. Ну, нашел. Я тоже нашла, смотри. Просто повернулась. Смотри. Два. Два штучки маленьких.
Так я тоже повернулся, смотрю, этот стоит. Это... Шляпка. Это кто? Это давай, кто? Доставай их. Да. Малышарики. Прикольно. Хорошее место. Да. Так я повернулся, я его только что вот прошел это место, даже не видел. А он стоит под листиком. Друзья, еще на том же месте. Ну, чуть-чуть вот тут. Вот еще два штучки. Там малышка. Да. Жена тут бегает среди подосиновиков. Вон. Один. Смотри, вот еще один. О, давай. А вон чернушка, вон смотри, какая чернушку хорошая. Чернушку я видела, да. Где? Еще вот один. Еще смотри, стоит. Ага. Вот еще один стоит. Три штучки. Собирай. Не нагинай. Вон я их. Вон. Чисто, да? Только да. Это, разгибаешься. Следующий. Вот еще одна чернушечка прямая. Аккуратненько. Да, маленькие собираем. Такая зелененькая. Где? Ага. Чернушка. Я хотел под этими кустами под осиновики посмотреть. Так. Сейчас я его тебе дам. Сейчас. Он там лежит, где ты его нашла. Опять. На этой же полянке? Ну вот одна полянка, вон вторая полянка. Я ж тут нашла, а. И там нашла. Вот. А это, видишь, еще поискала, еще видишь, нашла. Один. Вот, маленький. Надо вот тут хорошо еще посмотреть. Да куда уж лучше ты? Че, прям ползком что ли? Да. Надо, если будет ползком. Ты сейчас наговоришь. Видео про микроподосиновики. Ну, сейчас, наверное, я уже точно все облазила. Хотя... Надо еще вон там посмотреть. Ну, это уже слишком тщательно. Два штуки. Давай, срывай. А вон еще один. Где? Вон, под веточкой. О. Ну, вот, видишь. Какое мухоморище. По чуть-чуть собираю. Подберезовичек черный. Видели такие подберезовики? Напишите в комментариях. Не знаю, встречаются у вас, нет? Они прям чистые, хорошие, крупные, ножка мясистая. Друзья, рубеж 5000 подписчиков пройден успешно. Так что подписывайтесь. Давайте добьем 10 тысяч. Там уже продолжим закреплять успех. Такой вот подосиновичек. Такая вот маленькая чернушечка. Вот еще два подосиновичка красивых. Смотрите, какие.
даже три. Их тут сбоку еще один. Так что подписывайтесь, проверьте подписку. Встречались люди, которые смотрят, но не подписаны. Поэтому посмотрите, подписаны ли вы. Включайте уведомления, чтобы первыми узнавать о роликах. Я часто провожу премьеры, смотрю вместе с вами их. Поэтому мне будет приятно пообщаться с вами в чате, ответить на ваши вопросы. Вот, друзья, смотрите. Раз. Иди, покажу, жена. Иди сюда. Тебя все ждут вот. Понимаешь? Вот, раз. Вон, смотри. Ничего себе. Только вот смотри. Ты прям под ним стоишь. О. Огонь. А вон еще, да, смотри. Белый. Вот, да, белый. Отсюда видео. Вот, ага. Где-то я чернушку еще видел. Вон там чернушки тоже, но там большие. Ладно, чернушки это уже второстепенно. Жена хочет вам показать чернушки. Целый цветок. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть минимум. Вот такой вот лопушок. Пойдем теперь я тебе кое-что покажу. Пойдем? Пойдем, ладно. Пойдем. Огромные. Да, они большие, срывать их не будем. Ты полезешь, ладно? Я тут корзинку поставил специально, чтобы не заблудиться. Видишь что-нибудь? Да. Где? Вот. Теперь я не вижу. Ну вот иди за ним сходи. Тоже хорошенький подосиновичек. А, вот еще один, смотри, на склоне. О. Вон, друзья, стоит. Сейчас жена покажет. Попробую показать сюда как-нибудь. И вот еще. Вон он под тобой, вон, вон. Ничего не видишь? Нет. Под листиком, вон листик желтый под ним. Под листиком желтый. Вот желтый прям на листик. Этот? Да. А-а-а. И подосиновичек. Ага. И вот маленький. Да, вот так иногда прям на гриб смотришь и вообще не видишь его. Потому что он накрыт какой-нибудь листиком, там травкой. Вот волнушечки. Вот волнушечки. Да, мы уже насобирали достаточно много грибов с одного места. О, вот стою, вот прям рядом. Ой. О, еще колобок. О, подожди, стоп. На, эти держи, неудобно. А вот что лезет. О, лезет. Подосиновичек. Так, на. Да. Вот так вот. А вон чернушка, да, под этим, под листьями. Хорошая. Пойдемте посмотрим.
Я так думаю, что это чернушка. Где я тут ее видел? Вот она. О! И подосиновик. Чернушка. И подосиновичек. Так. Где мой нож? Ого. А, тут даже 4. Ну-ка. Ага. 3. Ничего себе, какая красота. Слушай, тут это сейчас шляпка. Повернулась такая, оба. Шляпка сейчас летит у этого. Ну давай. Срезай. Или вырывай. Ага. Вообще отличный. Отличная находка. Два беленьких. Микро белые. Да. О, еще один. Вот, смотрите, друзья. Вернулись обратно. Да, вернулись обратно на вход, а, вот в лес. Еще видел? Вот еще один. Нет. И у нас всегда так, вот честно. Вот прям можете не верить, но всегда так. Идем обратно, находим грибы. Вот, смотрите. Два. Давай тот. Вот три. Еще жена нашла. Вон, 4. Ты какой? Вот как мы его могли пропустить? Ну мы же как-то так пошли. А вон еще, видишь? Где? Вот. Смотри. Вот, смотри, еще. А вот, а нет, это уже не то. Вот. 5 штук. 5 белых. Вот как так? И мы здесь прошли, мы в этот лес отсюда заходили. Ну, видишь, и я нашел стороны. Еще 2 штучки вон там маленьких. Зай, вот ты сидела, смотри, прикол. Ну вот, видишь. На. Теперь ты нашел. Да. Да. Вот такие вот мы грибники. Надо по 5 раз, я говорю, все места по 5 раз надо проходить, чтобы грибов нормально найти. Тщательно смотрели, все тут пересмотрели. И вот так вот. И все равно находим. Так, ну сейчас я вроде больше не вижу. Ну вот прям маленький-маленький, но это уж. Это уж пускай растет. Так, друзья, приехали в Релочку, в Березовую, где в прошлом видео собирали белые подосиновики. Идешь? Иду. Иду. Вот так вот у нас выглядит тайфун, который обещали. С утра покапал дождь чуть-чуть, ну даже вон дорогу не намочил. И все. Ну вон тучки, облака ходят. Неизвестно, что дальше будет. Но пока вот время есть, мы решили выбраться за грибами. Сейчас будем искать здесь хорошенечко. Тут же не прошло и 3 минут первые находки. Вот раз. Подосиночек такой желтенький. Да? Два. А вон еще 3. Вижу, маленький. 2. Так, где? Только что его.
первые три штучки с этой релочки. Все молодые. Да, маленькие, молодые. Тут надо внимательно искать. Мы в тот раз туда шли, нашли грибов, обратно шли, нашли. А сегодня надо прям хорошенечко пройтись и посмотреть. Еще три штучки маленьких подосиночков. А, вот такой вот, да, еще. Что-то... Ну, он, они подсохли уже на солнце. Ну, хорошенькие. Да. Вот. Чистенькие. Вот. Ну, такие, знаешь, длинные, такие смешные. Смотри, там такие прям это, разновидности. Так, и идем сюда. Жена там заметила издалека. Так, аккуратно. 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 О, о, белый. Уже не зря зашли в этот лес. Вот просто уже нашли 6 штучек. И уже не зря зашли. Пару подберезовичков нашли. Вот сейчас я вам покажу их. Вот такие вот. Тоже маленькие. Продолжаем поиски. Помнишь, тебе в траве говорила, что здесь есть эти... Белый, смотри, смотри, какой. И вот еще. Красавчик. Давай, доставай. А вон еще один вижу. Нет. Видишь? Нет. Вот дальше, прям по этой же, вот а, напротив вон, тебя. Да, вон вижу, вижу, ага. Ага. Вот, о, видишь, теперь сейчас встали на в этой травке. О, смотрите, друзья. И прям рядом с чернушкой. На чистку отдаем их. Да, в траве надо смотреть. Внимательно прям надо в траве смотреть. Везде. Да, они прям это. Еще один. Еще один недалеко. Ну смотри, я пойду вниз нырять, туда, к воде. Надо будет еще вот на ту сторону перепрыгнуть. И там беленькие посмотреть. Я в тот раз там сколько, 4 штучки нашел. Но потом вот когда мы ходили с Ириной Алексеевной, я там уже ничего не нашел, ни одного. Поэтому сегодня надо опять проверить. Все-таки 2 дня прошло уже, как мы в лесу не были. Короче, друзья, спрыгнул я вниз грибы искать. Вот беленький. Сейчас жена по верху пойдет, я по низу пойду. Сейчас, подожди, я приду. Вот, друзья, перепрыгнул на другую сторону. Жена там уже что-то нашла. Вот маленького беленького я здесь нашел. Ну и пока больше ничего не вижу. Так. Говорю ей, притормози, пока не ищи. Нет. Пошла там уже, что-то опять нашла. Так. Ну, пойдемте посмотрим сразу. Еще один, еще один. Да подожди, я уже иду. Сейчас, 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 сейчас. Мне бы просто... Мне бы не утонуть просто здесь где-нибудь. Так.
5 штук. Смотри. Давай. Смотрите. Ого. Один. Там ничего себе ножка. Ничего Давай. Себе ножка. Второй. Есть. Смотри, третий. Третий. Ага. Так, вот четвертый. Так, подожди, я не успеваю. Четвертый. Так. А вот пятый. Ага. Ну а теперь давай срывай их. Джекпот. А вон шестой. Где? А вот. О, закопался как. Мои любимые виды красные. В этом году у нас проходило много. А где твой? Я там его положил в ведро. О, смотрите, какой. Ну да, по сравнению с моей находкой. Ну да, мелочи, видишь. Мы по мелочи ищем. Это ты у нас только крупняк ищешь. Травка прям просто великолепная. Давай, рви. Чтобы ничего не пропустить. Так, давай сложим сюда, давай пока. Сложим, да. Так. Ого. Просто береши. Посмотри, какой он толстый. Да. Вот это да. Так. Достану хоть. Да, у этого вон одного ножка вообще прям на полкило. Красавцы, да? Да. Просто огонь. Да. Вот с одного, по сути, места, да, сразу грибов. Надо идти туда. Я вниз еще пойду туда смотреть. Ага, тут еще маленький, беленький. Я не виновата, что они попадаются, да, когда ты выключаешь камеру. Я тоже не виноват. Так, вон там, наверное, тоже досыпают. Друзья, так. Вот еще три штучки. Под кустиками. Такие вот кустики, завалы. О, ух ты ж, какой! Друзья, пойдемте смотреть. Обалдеть. Да не один, два уже вижу. Так, я только из-под кустиков, из-под этих вышел. Так. О, еще вижу два штучки, три еще вижу. Вот раз, вот два, три. Смотри. Ты там нашла грибы? Вон лежат. Да-да-да. Надо обрезать. Ну, положи их к этим. Вот еще. Доставай, там еще дальше вон я пойду сейчас. Вот еще три штучки. А это уже, кстати, подосиновички. Зай. Подосиновичек вот такой вот. Толстяк.
О. Вот этот маленький не будем трогать. Две штучки. Вообще отличная находка. Опа. Вот, друзья, еще раз беленький. Подосиновичек. О, он еще беленький, вижу. Подосиновичек. Подосиновичек. Вот еще беленький. Короче, релочка сегодня это нам дает грибов прям очень много. Уже ведро набрали. Корзину положили в машине. В нее грибы сложили. И вот уже получается... Целое ведро набрали. Сейчас, наверное, нужно будет идти в машину перекладывать их. Итак, друзья, сделали мы буквально несколько шагов. И вот опять. Раз. Давайте считать вместе с вами. Ух ты! Тут я не знаю, как считать. Раз, два, три, четыре, пять. Волнушка. Оп. Так. Ну давайте 7. Вон еще смотри под собой. Вон, видишь? Уже 7. Видишь? Нет, не вижу сейчас. 7. Будем сюда, складывать их сюда. Сейчас. Смотри. Ага. 8, 9, 10 рядом. Так. Складываем в кучку. Потом идем. А, вот смотрите. Подосиновик. О, так. Сейчас я, короче, уйду до конца прям леса. Ну, если так и сказать. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, сейчас. Вот два. Так. Пойдемте складывать. Теперь идем к жене. Жена решила снизу пройти. Так. И сразу. Раз. Вот. Ага. Смотри. Два. Угу. Три. Три. Вот четыре. Четыре. Так. А вот это что? Вот это. 5, 6, 7. Прикрывать, не забывай. 8, 9, 10, 10. 10, да? Да. Вон еще волнушки. Вот так вот, друзья, с одного места. И вот еще волнушка. Так. Целая кучка. Сейчас жена будет чистить их. А, даже три. Вот еще, друзья. Тише, тише, тише. Ты че? Блин, меня чуть не убило. Четыре даже штучки. Не знаю, как их выговорить-то. Четыре грибочка.
два. Даже три. Я надеюсь, что вы уже подписались. То смотрите, какой сегодня сбор грибов получается. Отличный. Черный подберезочек, но ему уже плохо. Все. Так что не забудьте подписаться и включить уведомления. А то вот так мы поедем с грибами, а вы все пропустите. Муравьишки. А вот смотри, еще рядом с ним. Да. Только ты волнушку, чернушку в другое место. Ладно, в другое. Хорошо, хорошо. Итак, друзья. Сходил я до машины, освободил ведерко, возвращаюсь к жене в лес. Ну, как в лес, вот в этот подлесок. Усиливается ветер у нас. Тучки гуляют активнее. И вот вы знали, кстати, как узнать, что начался тайфун, ну или еще какая-нибудь природная аномалия. Если вам видно, вон там птицы летают. Когда они жопой вперед начнут летать, тогда пора прятаться, пока вроде клювом вперед летают. О, еще какие красавцы. Раз. Два. Три. Ага. Сейчас я подойду. Три. Еще здесь два. Да, вот еще два. Даже три. Ладно, вот еще маленький. Два беленьких. Один. А вот еще листик, да. Вот один беленький. Вот второй. Все это, я говорю, вот вдоль дороги идем. Релочка березовая. Все тут. Все находки. Друзья, сегодня получится большой поход, так что уж простите за это, вот подберезочек. Но как я могу не снимать, если грибы прям попадаются на каждом шагу? Я бы себе этого не простил. Вот, смотри. Так. Вот еще рядом, вот еще семечко, короче. Ага, ага. Подберезовика. Это подосиновик вообще-то. Это подосиновик, у него такая шляпка. Ну да. Ну, я уже начинаю их путать потихоньку. Ну, видишь, разные ж попадаются. Ну, туда же. Это не только начинают. Там вот, смотри, поворачивается. Ага, такой же, наверное. О, о. Один.
Наверное, я не знаю. Да? Не знаю. Смотрите, друзья. Раз. Подосиночек. Да какой? Не вырвешь. О. Вот второй стоит. На. Зай. Ирина Алексеевна, возьмите гриб на чистку. Увидел два мухомора сначала. А вон, видишь, под березой. Вон там. Увидел, короче, два этих мухомора. Ну ничего себе, какие красивые. Потом смотрю. Вот подосиночек стоит. Да. А вон еще один. Шляпку вижу. Да, вот подосиновики в этом плане хорошие грибы. Ярко-оранжевая шляпка. Если она не накрыта травой или там листьями, то ее издалека вообще видно. Так, буду выбираться отсюда. Подосиновик. Где-то я тут еще видел. Не вижу. Надо сверху подниматься, смотреть. Сверху сразу увидел. Да, он потому что с той стороны листьями закрыт. Листиком одним. Друзья, смотрите. Стоят мухоморы. Отвлекающий маневр такой, типа, я раз прошел, посмотрел, думаю, ну, мухоморы, мухоморы, жена идет, а тут бац, стоят красавцы. Ну, здравствуйте, ребятки, и вон еще один, а вот подосиновик. И подосиновик, да. Да, точно подосиновик, нет, это этот. Горчак, ой, этот не горчак, а какой, табак? Табак. Раз. Два. Вот три. А, даже четыре. Пять. Он тройной. Да? Так. Это? Да, это табак. Подосиновики. Еще два штучки. У нас опять почти полное ведро. Вот, пожалуйста, обратно идем. Жена белого нашла. Вот такого колобочка. Не знаю, наверное, все на? Пока. Говори.
Малышок. Кибальчишок. Подосиночек отправляется в корзинку. Чернушка отправляется в ведерко. На. Красотуля, прыгунья, попрыгушка. Да, а, вон поскакала. Угу. Да, лягушки тут скачут у нас в разные стороны. Друзья, вот эти и малыши. Раз. Мариноваться будут, друзья. Ну, друзья, что-то непонятное, короче. Уже второй гриб находим, просто который сбитый. Вот раз сбитый подосиновик, и белый жена нашла сбитый, но я его не снимал. Вон, иди сюда, вон, смотри, какая чернушка красивая вообще. О. А, и вон, смотри, подберезовичек стоит под березкой. Вон, видишь? Вон, ага, шляпка, да, торчит. Вот второй подосиновик рядом стоит с ним. И вот еще, друзья, два подберезовика. Так, где мой нож? Где мой нож? А, о, блин, так ножи и теряются. Ой, срезал волнушку и оставил его. Вот раз, смотрите, какой красив. Два. О. Так. Вот почему-то осиновики, подосиновики валялись. Что-то непонятно. Вот, кстати, кто-то срезал подосиновичка явно. Так, где моя палка? Ну, березовичек. Ну, друзья, еще грибочки. Раз. Видите, такой, они прям здесь в земле, их еле выковыришь оттуда, земля сухая, плотная. И вот я не заметил, и вы мне не сказали ничего. Показывал вот это место, подосиночек стоит. Вот еще два, кстати, рядом. Так, вот этот заберем, вот этот пускай растет, второй. Сделаем вот так вот. Замаскировал, короче. Да, сейчас этот лесочек, да, тот лесочек. Я хочу грузди. Короче, мне показывают грибы. Говорит, ты снимай, я, говорит, дальше пошла. Раз. Короче, она стремится вперед меня побыстрее. А вон подосиновик, смотрите. А вон еще один. А вон два подберезовика. Ха-ха-ха. Как ты не заметила?
смотрите. Вот подосинник, ну хороший, толстый. О. Вот тут березочки. Так. Вот еще один. Вот подосиночек. Опа. Так вот жена спешит. Вот. Подосиночек. На, брешь. Сразу. Да там много подберезочков. Там их вообще куча подберезовиков. Потом пойдем обратно, я вам покажу. На вот этот обрежь тоже. Ну, а что? Его не будет завтра. Кто-нибудь придет да срежет. Маленький. На вилочку маринованный. Ох, вкуснятина. Хватит дразнить. Подосиничек. Два. И жена там нашла. Ирина Алексеевна нашла что-то. Пойдемте посмотрим. О, вот еще один. Это, друзья, мой холмик любимый. Который, а вон еще. Вот, смотрите. Опа. Он маленький лезет прям. Маленький-маленький. Так. Так. Наверху смотрим обязательно. Вроде ничего. Где? Вот, смотри. Ага. Вон там ты видишь, и ты как растет. Ага. Вон, а он все уже развалился. Видишь? Вот. Ну, это когда ты потом. Ну тут еще надо посмотреть. Не, тут видел, он маленький-маленький, но он прям совсем маленький, крошек. Вот он. Вот раз, два. Вот даже три. Три. Вот это, кстати, нормальный. Вот это можно на вилочку раз и все. Беляшек. А? Ты с ножом поаккуратней, проткнешь кого-нибудь ненароком. Друзья, еще. О, еще один. Смотрите, раз. Пока жена до сюда не дошла, я ищу. Вот два. Даже три. Двойной. И... снизу. Ой, еще один увидел. Смотрите, какой, как он. У него еще был, походу, брат, но уже сгнил. Так. Ножку отделяем, выкидываем. И
смотрите, что я тоже еще увидел, когда я этого брал. Так, надо аккуратней. Ничего себе, зай! Иди-ка сюда! Зайди! Иду. Не смешно! О, смотрите. О. Ничего не доберешься. Смотри, какой. Ага. Так ты вон туда посмотри. Ага, я вижу. О. Что, нужна тебе корзина для этого? О, чернушка какая. Что? Для ведра этот нужен? А, крышка? Крышка. Нет, спасибо, конечно. А где ты что находил? Они у меня. Где? Там, в корзине. А, да? Да. Ну, а вот тут, друзья, мы в дебри ходим, собираем. Показал. О, а еще ты вот этот не видела? Нет. Ну, он уже старый, смотри, подосиновик. Вот старый подосиновик. Видите? Большой. А вот тут даже их три. Ну, три, да. Три маленьких. Красавца. Оп. Чернушка. Да я сейчас режу. Видела, да, чернушку эту? Да, ага. Ну ладно, сейчас. Иди режь. Жена его чуть-чуть подсбила. Под деревом, но хорошенький. Да, он под деревом был. Не заметила она его. Да, друзья, как сказала сегодня жена, мы очень тщательно ищем. Поэтому сегодня урожай грибной, конечно, очень хороший. Раз. Заметил два. Ну, пока вроде все. Два штучки. Больше ничего не вижу. Прям ходим медленно, под каждый кустик заглядываем. Вот-вот должен тайфун к нам прийти, что-то не идет. Ну а пока он не идет, мы будем собирать грибы. Беленький. Березовички маленькие. Здесь. Где они? Ну вот только что. А, вот. Только что видел. Вот. И вон два. Уже побольше. Как грибов, наверное. Да. Ага, да. А, ого! Вот. Да. Вот. Ничего себе, вот этот цвет белого, очень красивый.
красненький. Так, где моя корзинка? Вон она, моя корзинка. Опа. Вот. Чисто такие раз, два, три. Да. У нас темнеет, да? Тебе не показалось? Да это, наверное, это. Тучки вон закрывают небо. Давайте я вам выйду, покажу так вот. Вон идут тучи такие. Хотя за ними просвет вон идет. Короче, непонятная погода. Но если дождь начнется, мы сразу убежим. Вот, так, да я там видел, да, там росты прям целая. Вот раз. Куда покатился? Так. Раз, раз. Но маленький. Но это совсем маленький. О, два. Два. Это вот те подберезки, которые я вам обещал показать на обратном пути. Вот еще два штучки. Оп. Вон еще один. Сейчас надо отнести. Давай, ладно, тебе неудобно. Давай. Я буду срывать. Чистить их. Вот, вот. Раз. Вон два штучки стоят. Вон. Вон два штучки. Черненькие, хорошие. Вот еще, смотри, выше. А, вот выше еще, да. Ну, не надо срывать, я так. Вон. Давай. Маленький. Вон там еще семейка, видел, нет? Где? Или это не то было, или это были те? Нет, вот тут я вижу этот табак. А, вот еще два маленьких. Три даже, четыре, пять. О, видите, как они растут. Раз, два, четыре, пять. Вот прям кучка черного подберезовика. Ты видела два? Второй. Вот раз, подосиночек. Вот два подосиночек. А вон еще один вижу. Так, опа. Два. Так, это что у нас? Это старый. Старый сгнивший. Это у нас подберезовик. Какой смешной. Слушай, я отсюда. Вот, друзья, смотрите. Раз, подосиновик. Еще один видишь? Вон там, да, торчат. О, нет, не они. На, держи. Так, это что у нас торчит тут? Да, слушай, это подосиновики, да. Торчат. А я тебе говорил, знаешь, про какой? Смотри. Ну, правда, он чуть дальше. О. Два даже. Слушай, тут два. Угу. Эти кубики, видишь, срослись такие. Их вроде два, срослись в один. О, еще один. Или что это? А, это не подосиновики. Там, возле корзины должно быть, сейчас найдем. Да, сейчас заберу. Сейчас. Да поставь в корзину, сейчас я возьму.
два беленьких. Прошел, пропустил, жена нашла. Вон, вот второй. Ну-ка. Жена разбушевалась. Неистово ищет подосиновики. О. А я там чуть дальше прошел и тоже нашел. Правда, уже не подосиновика, а беленького. Даже два. О. Одного не заметил, вот этого маленького сначала. Ух, смотри, какая. Класс? Вот сюда, да, 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 да. Чернуха. Смотрите, какой. Так, а под березовики ты видела? Нет. Вот, смотри. Раз, два, три. Под березочка. Вон белый стоит. Вот белый. Здоровый. Жена нашла. Где белый? А вот не скажу. А, вот он. Да. Сейчас. Рядом вот еще на. С ним. На. Маленький. Сюда. Опа, два штучки. Так. И сейчас я эти сорву. Паутина. Березовики надо тоже срезать, хорошие. Какая красота. О, прям на ощупь, знаете, какой классный. Послушайте. Вот. Видела? Да не видела я. Ну что ты начинаешь? Говорю, дай мне нож. Начинаешь нервничать. Во. Потому что. На, нож. На. Давай. Вот еще. О. Итого здесь три вот таких вот красавца. Тот вообще огонь. Да. Офигеть. Это красота просто. Шляпка отвалилась. Вот еще чуток нашли. На, почисти их, зай. Да поехали в другое место. Че, время тянуть, здесь уже вроде ничего нет. Здесь обычно в одном месте. Все грибы сосредоточены. И все. Да, но этот, друзья. О. Грибище. Пойду туда, по бугоркам пройдусь. Вот это царство.
Что, нашла что-нибудь? Нет. А? Укололась. Укололась? Это кто? Угу. Вон там два. Это какие-то поганочки. Угу. Да, похоже на подосиновик шляпка прям такая. На этот. Который закрытый еще. Так, ну вот здесь должны быть белые. Ну, тут раз. Проходили это место, нашли несколько штук. Тут я еще бурундука гонял, если помните. Вон там. Перерыто здесь. Кто здесь роется? Непонятно. Так всегда, камеру вставляешь включенный. Ходишь, думаешь, вот вам показать, как тут попадаются грибы. Ничего не находишь. Только выключаешь, раз гриб. Ну. Как-то вот так, друзья. Ходим мы, собираем потихоньку. Мухоморы, мухоморы, мухоморы. А возле мухоморов тоже могут быть грибы. Мухоморы. Да. Похоже, что все. Надо ехать дальше. А, вот. Один, второй. Вот срез. Смотрите, какая красота. Один. Да, сегодня попадаются прям вообще такие, такая красотень. И вот еще три штучки. Раз. Два, три. Итого четыре штучки. А вот что. Вот подосинник. Я не заметила его. Да. Зато я же тех быстренько сразу да. заметила и быстро. Вот, вот еще один подосиночек. А вон еще один. Где?
Где? Вон, сейчас покажу. Ага. А, да, не подосиновик. Облом, облом. Я сюда посмотрел, да? Волнушка. Волнушки мы тоже сегодня собираем, хотелось бы вам напомнить. Выпуск получается длинный. Спасибо, что смотрите. Мы еще заедем в пару мест, так что не переключайтесь. Потому что там грибочки надо проверить. Видите, сегодня у нас прям очень хороший сбор получился. Мы уже 2 ведра из-под тераки собрали. Они лежат в машине, мы перекладываем. Ведерко собрали чернушек и волнушек отдельно. Такое небольшое, оно, наверное, 7 литров. Вот. И сейчас опять наполняем корзину. Но корзину уже наполняем разными грибами. То есть какие попадаются. Чернушки, волнушки, подосиновики, белые. Потому что у нас уже как бы тара закончилась. Все. И сейчас мы насобираем корзину. Наверное. Я надеюсь. И поедем домой. Но у нас еще 2 места осталось. В одном месте чисто подосиновики. А второе место это чернушки, белые. Ну и там редко подосиновики. Но там комаров тьма вообще. Оттуда мы бежать будем. Очень быстро. Я влезла в паутину прям. Друзья, ну вот приехали мы в место с подосиновиками. Сразу зашли. И вот такая находка. Раз. Подожди, сейчас будешь показывать. 2. У нас уже собирается накрапывать дождь. Да и корзина уже наполняется так не слабо. Поэтому мы сейчас скоро домой поедем. Перебирать грибы. Дождь, да, накрапывает уже все. Похоже, сейчас накроет нас тайфун. Где они еще? Ты показывала. Вот, а, один, ага. Вот один, и вон там. Ну, еще посмотри, вот там рядышком. Сейчас гляну. Так, грибочки. Вот. 2 штучки. Ну, все равно сегодня тихая охота у нас прям очень удалась. Очень. Такого вообще давно не было, что мы столько грибов собирали. Ну и прям мало мест проехали. Сейчас время только 1 час дня, по сути. Не так уж и много мы походили. Вот. Но нашли очень много. Потом в конце, в самом, я вам покажу. Вот еще подосиночек. Вот этот? А вот. А, ага. Вот, друзья. Вот еще один. А, вот еще смотри. Еще 25. А, это нет. Так. Вот. Вот. Такие маленькие сегодня грибочки. Хорошенькие. Ведра прям наполняются битком. Они во все пустоты проваливаются. Короче, мы довольны. Ролик получился длинный. Я надеюсь, что интересный для вас. Сейчас еще заедем, посмотрим беленьких. Вот у нас, видите, день. Ну, пасмурно, пасмурно. Ну, а мы продолжим искать. Что найдем, покажем вам обязательно. Вот еще один подосиновичек. Да, маленький подосиновичек.
крепыш. Так, друзья, беленький, оп, вот такой. И пойдемте, я вам покажу еще грибочки. Я нашел, пока тут с камерой возился, опять отключилось, как всегда, в самый неподходящий момент. Да, сорвал. Вот еще. Смотрите, какая красота. Три штучки. О, у них один корень, похоже. Все втроем бегают. Да. Все, друзья, короче, комары нас заели. Собираем чернушки. Вот беленький. Вот сейчас чернушки порежем. Вон стоят. Вот грустный, жена режет. Соленый. Ой, соленый. Грусть. Да, грусть. Вот. Один. Чернушки. На. Чернушку. Вот смотрите, беленький. По-моему, вон там еще сейчас, да, точно стоит два, один, второй. О. Да, комары не щадят никого. Говорю, комары не щадят никого. И чернушек здесь много как раз. Вот, белый. Синичек. Это синовички. Ну все, друзья. Вот еще, на этом маленький сбор закончил сегодня. Да, вот еще маленький подосиничек. Да, сама возьми. Собрали мы много. Сходили успешно. Время уже 2 часа. Пора монтировать видео, ехать. Да и дочь там сейчас должна со школы прийти. Тоже. Поэтому всем спасибо за просмотр, за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваши комментарии. Надеюсь, вы проверили подписку и колокольчики. Сегодня выйдет большой выпуск, как я уже говорил. И я буду смотреть его вместе с вами в режиме премьеры. И, скорее всего, так будет постоянно. Буду смотреть премьеры с вами, отвечать на ваши вопросы. Поэтому уведомления — это очень важно.
Надеюсь, вы их включите. Ну, еще раз всем спасибо. И увидимся в следующем походе. Пока. Вот наш сегодняшний улов. Корзина почти полная, но в ней ассорти: чернушки, подберезовики, белые подосиновики, волнушки и даже один мокрый грусть. И вот два ведра таких больших, чисто благородных грибов, белых подберезовиков, подосиновиков. И вот такое вот маленькое ведерко, о котором я вам говорил, тут чернушки. Волнушки. И волнушки. Ну, чернушки с волнушками в перемешку. Ну, как-то так. Все. Мы поехали домой. Ну, че? Сейчас. Все? Ну что ты? Ага. О, вот тут смотри. Корешка. Чувствуешь, мошка напала сразу? Где мошка? На меня напала. На тебя нет? Везет. Получается, твоя мошка на меня напала. Угу. Фу, блин.
пока взяли и дома. Да? Ну, нам делать, видишь, нечего. Жарить.